Всем привет! Я записываю видео с экрана. Сегодня я вам расскажу, как избавиться от надоедливой всплывающей рекламы, которая вот появляется вот здесь в правом углу экрана. Выскакивает постоянно. Она бывает от Гугла, бывает от Скайпа, бывает от чего угодно. И естественно, она очень надоедает и мешает работать. Что нам нужно сделать? Это делается все легко и очень просто. Так, делается легко и очень просто. Что мы будем делать? Нам надо всего-навсего пойти в настройки. Вот здесь три точечки, да, это в Chrome, в браузере Google Chrome. Вот здесь находятся три точки. На них мы нажимаем, находим внизу всплывающего окна. Вот здесь написано «Настройки». Нажимаем на них, проходим вниз экрана, видим здесь «Дополнительные». Нажимаем «Дополнительные». Идем почти в самый низ и находим вот такую вот вкладочку «Настройка контента» называется. Ну и также на нее нажимаем. Нажали сюда. И здесь нам надо найти уведомления. Вот они, уведомления. Колокольчик такой и уведомления. Нажимаем опять на эту строчку. И вот как раз мы попадаем на вот эти вот уведомления. Здесь они есть. Разрешенные, но вот этот бегунок, он должен быть всегда включен, чтобы хотя бы, когда мы заходим на какой-нибудь сайт, хотя бы они спрашивали, можно или нельзя присылать уведомления. Но я тут такое заметила, что вот когда подтверждаешь куки, они все время говорят, что мы отслеживаем куки, мне кажется, вот от них тоже приходит вот эти вот уведомления, когда ты на куки щелкаешь, то потом из этого сайта идут уведомления. Это я так решила. Уж не знаю, так оно или нет. Значит, вот это вот здесь, которые блокировать. Вот сюда вот они. Это я когда блокирую, и они сюда попадают. Мы можем сюда добавить какой-то сайт. Какой-то сайт нам вот не нравится, что он нам надоедает. Вот сюда мы его, значит, впишем, и ну, он добавится сюда. Что блокировать? А тут вот разрешенные, вот здесь вот вниз, обратите внимание. Ну, во-первых, первые вот эти, это расширения, которые у вас стоят, ну, в общем-то, можно сказать, по умолчанию, или вы там поставили, это вот от Гугла всякие расширения, там диск, email и еще что-то, да, вот документы гугловские. Это, значит, от расширений стоят. Эти пусть себе остаются вот с такими значками, да, вот. А вот эти вот, вот они, они разрешенные вот эти. Ну, как бы считается, что они разрешенные, мы их не разрешали, и они приходят, и приходят эти уведомления. Что мы будем делать? Мы нажимаем здесь, здесь можно блокировать, изменить, удалить. Ну, изменить мы можем их, значит, изменение сайта, ну, не будем мы, конечно, ничего. Вот. Мы будем их блокировать или удалять. Или блокировать, или удалять. Вот. Мы будем блокировать, потому что уже надоело. Вот так вот блокируем, и они у нас исчезают. Они у нас исчезают вот так вот. Вот все мы поблокировали, да? Остаются только вот те, которые были. И теперь... О, и теперь к нам уже никто не будет приходить. Ну, вот эти вот, которые блокированы, вот видите, как они сюда еще поперескакивали, ну, вот я их блокирую, они вот сюда вот в блокированные добавляются как бы. Ну, я их отсюда просто поудаляю. Вот таким вот образом мы с вами почистили здесь все. Все, что можно. А что-то они у меня, вот смотри... Я их удаляю, а они, ну, удаляются. Вот так вот. И теперь нас, пока мы опять куда-нибудь не пойдем и не разрешим им присылать уведомления, очень часто они, значит, это самое. Все.
сайтов нет. Вот это остались только наши расширения. И теперь нас никто... Здесь не надо ни сохранять ничего. Он сам себе запоминает наши настройки. Вот когда в настройках или в расширениях что-нибудь налаживаешь, здесь нет кнопки там сохранить. Просто вот изменили мы, изменили. И он себе запомнил. Ну, вот таким вот образом мы избавились от назойливых всплывающих окон с уведомлением. Ну, все. Прошу любить и жаловать. Я пишу видео на Камтазии. Научилась, потому что я вот занимаюсь на курсах Smart Money. В Smart Money меня научила снимать видео. И сейчас таким образом я могу спокойно включила, вот за 5 минут сняла видео, рассказала вам то, что хотела. Вот. Ну вот мы переходим на уроки. Здесь мы видим множество уроков, по которым я буду заниматься. Здесь перечень, конечно, ну, 70 уроков, как вам нравится. Вот. Ну, кто хочет пойти заниматься на курсы, которые дают очень много возможностей, очень много новых знаний. И самое главное, здесь вы научитесь привлекать партнеров в любой проект. Внимание! Вы научитесь привлекать партнеров в любой проект без личного общения. Они к вам будут приходить на автомате. Ну, все. Ссылочки все будут и на Smart Money, и контакты со мной, все ссылочки будут под видео.